красивые вот такие портреты, где есть что-то это можно... подземное, что-то детские развлечения там. А что здесь вообще вот в этом саду? Взрослый билет 30 тысяч, сум детский с 3 до 12 лет 20. Чего нельзя? Я там играла. Где? Кто тебе сказал, что нельзя? Нельзя. И что? Что разбрасываешь пух? Это место для медитации? Ну, в такой стране находимся, где все на трех языках может быть, да. Можно еще на японском. Там, кстати, вначале на камне написано на японском. Ань, сфоткай вот это дерево, лохматое. Видишь, это Диснейленд раньше пришел. Вот эти цветы как нужно? Вишня. Еще это где 200 рублей? Мы за все отдали 1000, получается меньше 1000. Ну, ну да, где-то 200. Ну что, Ромашка? А? Ой, давай снизим.
Скажи ракета. Ракета. Твой папа начальник планеты. Все, мы напишем. Ты начальник планеты. Лягушки. Жаль, да, что запрещено? А так хотелось. А? Фонтан. Все равно забываю, как это дерево называется. Может, ты знаешь, золоток. В каком смысле? А, в этом? Я за правду, за объективность. Да, насчет бабушек ты права. Насчет бабушек ты права. Сколько тут пенсии? Ну, так сейчас примерно говорим, как с Россией. Сколько? Как и в России, наверное, ну, долларов. Вот, так, $100, от $100 начинаю. Вот они все на пенсию купят билетик сюда, да? Грибы. Я штаб сфотографирую. Да? Все, на выход. Здесь все началось, здесь все и закончится. Откуда фразы? Васаби. Вот там так написано.